Здравствуй, мой любимый поклонник стратегий. Ты слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь продолжение партии Занубио на 10-х Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку и приятного продолжения просмотра. Окей, вот из-за этой фигни. Народ в героическом, а я в темном. Так, что нам получить? Чудо природы, реформа денежного обращения. Ну, вот это вряд ли пройдет. Ладно, давайте здесь живут драконы, попробуем. А вдруг еще найдем континенты, еще найдем чудеса. О, я хочу этого ученого, я его куплю. 1000 науки. 1000, ну, точнее, 500 науки, 500 культуры будет. Просто быстрее открыть дальше. Там дальше кто хочет забирает. О, хех начинает отваливаться. Слушай, у меня, по-моему, один этот. Лапчик. Ну, нормально, 2,4. Ну? Это не страшно. Окей, продлим без лакшери ресурсов. Да, не, ну просто как бы я понимаю, но я и так тебе нормально насыпал. Сейчас еще найду. Причем, знаешь, что самое забавное? Я его минуту назад только поставил рабочим. А, будет. Чуть попозже будет. Вьетнамские торговцы не спят. Я сейчас работягой дойду. У меня тут город вырос немножко. Угу. Да. Слушайте, а плотины ускоряет подлодка? Ну, компьютеры. Да, насколько я понял, нужно самолетики и ракетостроение. Ускоряет. Я не спрашиваю, где. Два этих центра, нет? Два этих центра каких? Этих, два этих центра, говорит. Вот ну вот этих вот центра. Ну что, ты не знаешь, что эти два центра? Согласен. Форма управления с 8 ячейками ускоряется. А, да, класс, понял. Спасибо. То есть мы все утонем? Нет, я сейчас приму.
А вы утонете. Да, у меня фишка утонет. А мне реально город утонул. Промку затопило, а там 800 производства нужно. Так, тут мы для Валетты держим. Чтобы сразу купить за веру плотины. Театралочка, амфитеатры. Мы... Да, мы не утонем, окей. Так, исследовательские гранты, пожалуй, продолжим. О, YouTube отключил дизлайки. Вообще? Нет, в экспериментальном виде пока. Я больше жду, они там хайлайты должны ввести. Вот это мне больше. Дизлайки-то что пофигу. Это? Ну, типа, зрители смогут... Как ты в Твиче, вот знаешь, ты в Твиче можешь... О, понял, прикольно. Потому что я не понимаю, почему... Типа, какая разница на стриме, вот, например, ты смотришь партию, и ты вот этот момент хочешь сохранить. А я потом могу из всех этих моментов, которые зрители сделали... Такую мелкую выжимку из игры делать, по-моему, прикольно будет. Сейчас, если не ошибаюсь, этим занимаются отдельные люди, по крайней мере, у молодых ютуберов. Блин, тут еще и самолеты надо открыть. Находит какого-нибудь человека, который на отдельном канале делает вот шоты небольшие. Зачем? Я не хочу на отдельном канале. Раз, два, три, ученок забрали. Какие хорошие дорогие пути к Чернигову. Да, что-то до плотин далеко. Тональный парк я не смогу, два биплана. Так хорошо ученого забрал. Ой, торговца забрал прям. Спасибо ему большое. О, Китай, привет. Привет. Вот джинсы, это я тоже заберу, кстати. Это хороший тоже чувак. И довольство, и два жилья для этого города. Нет, наверное, не буду. А у меня не хватит. Так, принимаем коммунизм. Содержание юнита, селитра. Это оставляем довольство с гарнизоном. Либерализм. Все фермы получают плюс одну пищу, два жилья. Почему с каждым ходом стоимость морской плотины растет? С каждым затоплением. А, ну, я не знаю, 1400 промки, это невозможно. Никто уже не планирует улетать. Давайте, наверное, плюс 4 влияния. Просто город умер. Ну и проход. А на что вообще влияет выбор принадлежности артефакта, когда его выкапывают? Блин, реально все утонул. Когда кампус? Были битвы и с кем? Нет, ну ёперный бабай. Вот у меня я реально не успею. Или варвары. Что я выберу и, ну, и чем это будет? Блин, я могу кампус опять ставить. От... Кайф. То есть, допустим, ты мог там биться. Ну это жопа на самом деле, а не кайф. Вообще никакой, никакого кайфа тут нет. Придется кампус строить. Надеюсь, что этот я спасу хотя бы. То есть ты должен понимать, когда умер варвар, в какую эпоху. Это уже не вернется, кстати. Давай. Блин, ну это вот жопа на самом деле произошла вообще-то. То есть как, а как я мог это вообще предотвратить? Никак? Вот это проблема со случайными деревьями технологий. Конечно. Блин, и еще, смотрите, сколько. 5 ходов. Даже 6. 6 ходов еще. Просто мрак.
Платины за бабки не покупаются, да? По-моему, нет. Я это строю только. Пиздец, минус лаборатория. Да у меня вообще кампус весь утонул. Да, у меня тоже. И промка. Тебе два кампуса утонуло, да, ты сейчас слышишь? Или нет? Второй еще не утонул. Или второй он на подходе, да? Да. Я просто думаю, если полузатопленная клетка, то она еще работает, да? Нет, она не работает, ты ее можешь еще починить, она не работает. Вот ты ее хотя бы починить можешь. А если ты успеешь в этот момент дамбу построить, то она возобновит, ну, полностью восстановится. Чинить ее надо будет. Ну, чинить-то понятно, но она сохранится. Да. Это мрак. Мне внезапно почему-то религия стала преобладать в моих городах. Всю игру меня почему-то унижали. Ну, что мне пишет, Львов, Запорожье, Донецк, Луганск не преобладает. Да, а вот центральные города стали преобладать. Китай, собираю, чего? А до этого конфуцианство почему-то меня душило очень сильно. Забираю, чего? О, кругосветное путешествие, Вон там Фес. Слушайте, давайте в Фес. Ну и ученые, конечно. Как бы мне туда... Давайте из Элькуру куплю... Приятного португальца Теритехи. Я не могу понять, где я, что забываю, почему у меня так мало науки. Ну, лабы, например. Строятся уже в трех городах готовы. Ну, а у всех остальных построены. Но все равно, типа... Карточка на кампусы. Стоит. Рационализм, или как он здесь называется. Да, рационализм. Ну, у тебя, во-первых, города маленькие, начнем с этого. Да, я понимаю, что я очень сильно потерялся в этом, но неужели это все? Это такое наказание. Ну, смотри, один житель — это полнауки. А ты можешь посчитать, сколько у тебя жителей в городах? Сколько у других жителей в городах? Сколько у тебя минус по науке? Только из-за этого. А за еще плюс бонус от 15 жителей, я правильно понимаю? Что такое бонус от 15 жителей? А в этом, в карточке, так, господи, как она. А, рационализм? Но у меня без рационализма не стоит. Я без рационализма, и у меня все равно 321 наука. Да, ну, конечно, вопрос, что строить. Наверное, все-таки королевское общество попробуем улетать. Тут соседство 6. А, она все равно угольную. Так, морской порт. Давайте исследовательские гранты. Отстаю. Ну вот он спрашивает, например, что отстает. Например, он явно проекты не читает, скорее всего. О, блин, отдает озарение для всех технологий информационной эры. Вот это просто при случайных техах, это просто must have.
этот парень, поэтому мы сейчас храним веру. Сколько, Катя, у нас? 33 вход, 55, 307, 70, 133 у шотландца, кстати, у шотландца ничего так. Давайте глянем обращенные города, у кого сколько. 11 мой, православие 10, 22 буддизм. Ради культуры так сильно распространял. Ну, католицизм 25 в Испании. Ну и все. Блин, еще стоит сколько ходов? До следующего 3. Блин, я не успею. Хана тому кампусу. Ну, ё-моё, ну как, вот что это за говно такое случилось вообще? Просто на ровном месте минус 2 офигенно, ну, хороших кампуса, хороших. Тут все затоплено. Еще вон священное место теперь топится. Просто нечестно. Военная академия, морские порты. Не хочу. Рационализм нету пока смысла ставить, потому что... А, подождите, у меня ушло счастье от... Это плохо. Давайте вот эту логистику пока возьму. Ушло счастье от гарнизонов. Ну да, трейд.
Блин, захватили моего шпиона. Короче, у меня, по-моему, все шпионы либо убиты, либо Лёша. Захвачены. А. Ага. Ну что ты шотландца отбираешь, а? Ну, с кем нет союза, того я отбираю. Ты на меня грешил. Не надо так много культуры вообще. Да, и на меня грешил. Говорил, что уверен, что это я. Да-да. На самом деле я просто свалил к этому. Да я так и понял. Просто я в то время с Лешей был союзник. Я видел. Не, ну Леша правильно говорит. Тут логика очень простая. С кем нет союза, то... А ты самого бедного. Я отбираю твою. Португальца там нифига нет этих коммерческих районов, так я потихоньку тырю технологии. Правда, так себе получается, конечно. Так, за счет проектов у меня уже больше всех науки вход, но это пофигу. У нас же отключено набор очков. Точно, для ученых я и забыл. Блин, интересно, успеет у меня засесть это мани. Но мне все равно надо читать. Опять у меня. Мне тут интересно, все-таки кто-то увлечит. Это просто мрак. Реально, да, вот эти пустынные похоже, штуки, сейчас, это просто все, мрак. Да, играем с ним, все. Ох, я чувствую, португалец сейчас за один ход все как папы и пойдет великим штурмом. Ну и почему тут? На кого я должен идти? Какого хера он на Киана выглядит как... Ой, португалец, извиняюсь, Испания. Ксераксис, господи. Не знаю, у тебя просто на Газаргаму так все стоит. Так, давайте глянем космопорты вообще. А, блин. Подожди, я же открыл космопорт. А, он не нужен. Слушайте, космопорт... Для компьютеров космопорты не нужны. Как вам? Прикол. За ракетостроение кто-то там говорил. Вот. Сволочи, обманули. Сейчас утонет. Посмотрите, сейчас этим ходом прям утонет. Надеюсь, нет. Но он, походу, утонет. У меня есть вера купить. Твари. Ну, твари просто. Просто минус два кампуса. Я не знаю, это как можно было такое технологическое дерево сделать, конченое просто. Просто мрак. Да, я тоже. Коммерчески своих центров пропухал. Нет, там что-то от жилья, я думаю, можно не покупать. Все утонуло.
Вьетнам. Что Вьетнам? Там это... Сделка века. Ну, отправь. Вот, мы не... Закончили же у тебя, да? Как-то... Ну... Мало. 10 угля, 1 ресурс роскоши. Блин, грабеж какой. Ну ладно. Если район недостроен, так под у меня ним... одна игрушка. Если район недостроен, под ним же ресурс не добывается. Ну да. А за что Магадиша бьешь? Китаец, маленькая хитрюшка. У самого Антананариву и постоянно у меня кумаси перекупаешь. Давай ты как бы с чем-то одним будешь сидеть. Так можно два сразу. Португалец, я тебе рекомендую Антананариву снести просто. Знаешь, что ты его не захватил давным-давно? Знаешь, сколько с него культуры имеет китаец? Я пойду хочу. Что? Там уголь просто еще. А, там еще и уголь. Вложу по один ход и начну космопорт строить. Фиг знает, что еще обрабатывать. Вот тут, наверное, починю камень. А, давайте я тут хотел археолога построю. Просто у китайца больше всех культуры именно за счет Антананариву. У него там плюс 30% культуры. Так, ну, пытаемся тут как-то вырулить из того, что у нас есть культура. Или все-таки на золото лучше? Португалец объявил войну турку? Нет. Турк со мной разбился. Меня китайцы носят, типа. У меня ни алюминия, ничего нет, я сижу тут, чилю.
Кто подскажет, где у нас уран? Я, кстати, думаю, что Лавенту уже можно будет на самолетах забрать. Она мне уже не нужна. Ну, испанец предложение. Так, у меня там меха есть. Ой, кстати, Вьетнама, я забыл. Держи тоже предложение. Ну, посмотрим. Я также хочу экономический. А, я думал, ты тоже за углем что-нибудь мне подаришь хорошее из него. Ну ладно, союз тоже замечательно. Я тебе там ответ на предложение кину. Китай предложение. А потом ядерки будут швырять. Так, а чё это ушата? Давайте отремонтируем. Если кто-то захочет кого-то швырять ядерки, обращайтесь, я дам алюминий. Какой приятный молодой человек. Бомбардировщики же из алюминия, если не ошибаюсь, нет? Надо уран. А подвозить как ты будешь? На подводных лодках. Так неинтересно. Вообще, как бы дофига космопортов нафиг надо. Давайте сначала уран откроем. Кстати, три армии. Блин, пулеметная рота. Ладно, так, откроем. Ну, это я зря, конечно. Мне надо было армию сделать. На самом деле. Так, тут пока исследовательские гранты. Ну, тут будет зависеть, где уран у нас.
Наши... Ты шотландец, ты куда полетел? Дальнейшие действия. Я карту смотрю. Ну, шотландец решил улететь все-таки, да. Блин, когда резко карту нужно смотреть, получается. Любопытный какой. Ну, за собой. Чисто под шумок такой, опа, резко. Надо посмотреть еще великих людей. Блин, а что я тут поставил? Тут главное кампус на плюс 3, а я поставил... А, что они же не начисляются, да? Ой, ладно, уже пофигу, честно говоря, просто тут сделаю. Ну, конечно... Отличный мув. Тут, кстати, демократия будет. Поэтому пока... Так, быстрое развертывание. Даже в космическую гонку пошли. Я ее ускорю. 4 хода до космопорта. Блин, 7 ходов. 7 ходов. Так, ну я могу полководца взять. Одну очко. Собственно, все. Ну, я сейчас еще одну разрою артефакт. Блин, а что я еще не... Я нефть еще не использовал, так? Хотя у меня она есть. А вот лошадей. Лошадей, по-моему, не использовал. Но лошадей, по-моему, просто уже не могу даже использовать. А, нет, кавалерия, слушайте. Давайте, кавалерия, использованы лошади. Так, а что у меня есть на нефть? Танч? Еще одно очко. Так, у нас есть какие-то чудеса. По-моему. Катакуин, Медресе Санкаре, но это, наверное, в этом можно построить. Нет, нельзя. Катакуин, 4 хода. Давайте сделаем. Просто ради очков. Ух ты, китаец объявил войну Кумаси. Это интересно. Давайте апнем до пулеметной роты. На всякий случай, чтобы обстреливать посильнее. Тут приплыли линкоры. Нету мрамора. Шотландия, куда спрятался твой проповедник? Все, я думаю, я уже хотел спрашивать, что ты тут делаешь. Действительно. Я наконец-то выбил еще одного, который при смерти даст мне реликвию. Стоит, убивай. Я тут карту изучаю. Между нами такое громадное пространство по воде. С одной стороны. А вот Португалия и Вьетнам очень близко. Я вообще только сейчас...
понял, что мы вообще так близко с Португалией. Да, близко. Так, чё тут у нас выходит? Баним кампуса. Минус 5 к дальнобойной мощи юнитов. Почему? Ну, там китаец кумаси захватывает. А плюс 100% к производству где? Да, главный вопрос. Ну, не знаю, у меня, в принципе, центр все города. Построено. А, давайте центр города, больше космопортов. А при чем здесь космопорты? Да, это не влияет на космопорт. Ну, давайте я 100% к центру города. Нет, просто центр города для того, чтобы кто-то построил эти плотины, но они, походу, уже... Плотины, но да, это уже поздно. Ну, Китай теряет 2 дип победы. Китай? Ну, а кто? Какая разница, кто? Давайте дадим мне. Китай, Шотландия, Сулейман. Нельзя голосовать за кого-то в дипломатической победе, только против. Потому Андрей Горта. Меня? Теряет дальнобойность. Точка дипломатической победы. Вьетнам за себя проголосовал. Так, а что там Вьетнам за себя проголосовал так усиленно? Интересно. Победе? Просто так? Понятно. Так, что с ураном? У меня один уран там же, где и уголь. Ну, как бы это цирк. А ресурсы могут поверх генерироваться? Рядом, я думаю, он имел в виду рядом. Ну, на самом деле, по ресурсам это какой-то бред. У меня ни одного стратегического ресурса. Ну, что, мне надо сюда ставить город? Но он будет отваливаться. Короче, мы без урана в этой игре. Он все равно обстреливается. Он, конечно... Ну, Конго. Пойман, шпион. Это же трейд. Ладно. Примем. Охренеть, тут горы, конечно. Да, там на втором континенте, конечно, горы такие приятные. И такие, а что это у вас там мало науки? Так, такие сидят. Ну, Сулеймана мало было, по факту. Так, вот теперь надо читать проекты на науку. Да, там горы у них вообще просто. Только 5 ходов, блин. Ну, чудо я дострою. Чем еще? Ну, каких-то великих людей, наверное, куплю все-таки. Должно хватить. Так, что я еще не использовал? Нефть использовал, селитру использовал. Все остальное я использовал. Вьетнам мне помощь оказал. Так, Вьетнам там в дипломатическую победу, короче. Be careful! Да, блин, что, к Фесу не пройти?
Испанец предложение. Да, блин, тварь какая-то. Испанец все построил. Дай хоть чуть-чуть угля. Я тебе прошлым ходом дал, я тебе просто в следующий раз больше ничего не дам. Ладно, я понял тебя, давай. Купи уголь у меня. Ой, блин. Собор Василия Медресе. Сколько ходов там? 4. Ну, придется, очень жалко. Но героический век нужнее. Очень жалко. Этот медресе, вот такая хорошая клетка, я вместо нее ставлю этот медресе. Фу. Просто фу. Ну, я могу теперь только улетать, только потому, что у меня нет урана. Я не представляю, как я могу тут... А, ну хотя я могу самолетами Конго попытаться захватить. С другой стороны. Так, а что я не... А, следующим ходом. Вдохновение всей информационной эры, представляете? То есть вот эти вот все техи я открою. Без этого улет будет до 170-го хода просто невозможен. Мечтую гонку открыл, но у меня нет там смысла что-либо ставить. О, слушайте, это первая геотермальная электростанция плюс 4 к эпохе дала. Отлично. Ну, тогда я уже точно выйду в героический. Давайте я лучше буду проекты читать. Мне тот ученый важнее, чем запуск спутника. Без спутника я еще как бы норм тут три хода его сделать. А вот тот ученый, это просто must have. Так, давайте в Хехе тоже. Велькуру пускай уже достроится. И в Нуре достраивается, и... Два очка я получу за чудо. Конечно, никто его не догадается построить. Шаговый пути, проложенный к этому городу с другими державами, дает одну единицу науки.
Ну, кстати, это мне даст науку, как ни странно, это чудо. Не так уж прям, чтоб дофига, но приятно. Так, с инком продолжим, я думаю, наше взаимовыгодное сотрудничество. У Вьетнама там 2 урана. У Вьетнама 2 урана. Красивый стих. У Вьетнама есть все. Все, Кумаси уничтожен. Вот еще были ресурсы роскоши, я был бы счастлив вообще. Ну ты там трейды... Я бы не сказал, что мне, правда, уже сейчас культура сильно нужна. Меня только волнует, чтобы Китай тут не пришел на меня нападать. Ой, черт, извиняюсь, не то кинул, хотел поторговать. Ну окей, откажусь. Инк. Принял. Китайцы, зачем ты разрушил Кумаси? Это что, была какая-то крутая ГГшка или что? Ну вообще неплохая. Испания, предложение. Одуванчики на алмазы. Открываем. Инк предложение. Инк. Так, слушайте, а что мне тут вообще уже еще обрабатывать? Португалия предложение. Союз продлеваем или нет? Ты кинешь? А, сейчас. Ну, его, кстати, можно убивать, потому что я запущу... Ну, ладно, пускай пока побегает. Запущу спутник и все увижу. Сам еле успеваю просто. Массы. Так, а где у нас следующий вообще проект? Ладно, давайте расщепление ядра, посмотрим, что тут снизу. 12 тысяч. Ну, больше всех религий у меня, то есть, в принципе, судя по прогрессу, я должен купить его за веру. Это очень важно, конечно. Все, она развлекался и уходил. Да. А че ему уровень не дали? Я хотел уровень получить. У тебя больше нет? Нет, это у меня... Ну давай, героически, надеюсь, никто не построит его. Слушайте, дало нехило так плюс. Пошел к испанцу, у него, наверное, есть. Сломал мне производственную зону в Хейке зачем-то. Странные люди. Да, ну это... Это героический век, отлично. Мы... Исследовательские проекты, естественно, делаем, чтобы ученого забрать того. Так, кампус. Купим библу. И строим универ. Кардив закинуть. Ну, Волин мне не нужен. Ну, Антананариву 3 штучки можно так. И Фес мне сюзеренить тоже нафиг надо. Ну, и 6 кардив. Можно кардив засюзеренить, когда у меня будет еще. Так, Валькуру
Исследовательские гранты. Тот ученый очень нужен просто. Возможно, даже следующим ходом смогу его купить. Как раз смогу озарение делать, смотреть. Смотри, так, давайте глянем, что у нас по городам. Пускай растет. Есть. Так, подождите, что по... Да, и стоит. Ну, на ученых. Да, все, зашибись. Ну, если я реально буду не успевать улетать, хотя здесь 24 хода, то надо будет захватывать Конго. Люди, конечно, впереди, но открыв все техинформационные эры, я себе очень упрощу жизнь. Очень себя ускорю. Просто очень надо. Этот ученый самый главный здесь. Да, купаем. Даже на 100%, даже вот эти 1500 не так прикольно, как этот ученый. Так, можно пока проекты, если понадобится, отложить. Так, в греческом веке я один. Пульс паровой машины возьмем. Под охраной лжи и к оружию. Туризм нам не нужен. Так, теперь можно отложить эти проекты. Здесь запуск нового спутника. Нанотехнологии, но еще это запуск колонии на Марсе. Подождите. А где следующий проект после спутника? Ладно, давайте атомную подводную лодку. Или... Ладно, нанотехнологии. Всех по одной можно. А, я так и следующим ходом запущу ученого. Так, что у нас в Нуре? Канализация, аэродром... Мне это все не надо, на самом деле. За что мне все ломают? Зачем вообще ко мне шпионов посылать? Не знаю, что может заворовать что-нибудь. Я бы сломал.
Так, ну что, хватай. Микспа. Такой же, да? Стой, стой, я там докидываю. А где твой уголь? Я железные дороги строю. Слушай, ну вот тебе 10 там, ну 2 этих. Докинешь потом еще десяточку, как будет. Китай, а что это у тебя стоит? Кораблики. Ну, как бы да, я же спрашиваю, что они там стоят. Стоят. Ну, убери их, пожалуйста. Китай. Что они? Так, португалец заберет на 1500. Надо следить за инженером. И ну, следующего ученого точно заберет испанец. А вот остальное... Португалец, зачем тебе Конго? Я второй с конца. Так его, еби, еби. Атиньо. Прошу прощения, я не удержался. Не удержался? Обычные восклицания у тебя из жизни или что это? О, тут. Когда-то был немец. Не, у него тут стоят карточка на минус, очевидно. Чиндот можно отправить. Китай. Театралка, наверное, уже не надо тут. Аэродром. Не, ну тут 5 пищи надо Лунная экспедиция, значит, да? В смысле, тут как бы уже кроме меня четверо спутник запускают, как бы. Ну, норм... Карту посмотреть все хотят. Да, да. Я Луну посмотреть хочу. Ну, по факту лунной экспедиции ничего типа не дает. Но на этом не остановился. По-моему, кое-кого пора душить идти. Я не смогу запустить, мне не хватит энергии. Надо рассказывать. Все так говорят. А там как резко запускают. Слушай, там как бы на самом деле у Нубии намного все лучше обстоит. Так давайте там друг друга кидайте ракетки разные. Так я вот и подхожу, чтобы делать эти ракетки, ты же сам видишь. Еще через 4 хода я начну добывать урон. Обращайтесь. Опа. 4. А, ты только... Агрессор, бей его. Алло.
Ох, так, кто у нас тут буддист? Вьетнам. Вьетнам. Ну, заснимите. Это очень много. Так, это компьютер. Ну, запустили спутник. Озеро Виктория тут. О, как красиво португалец-то расселился, я только сейчас увидел. Да, увидел, да, там такая просто. Да. Полоса вдоль моря. Кайфово. То есть он так вот расселился, потом приплыл вдоль моря, расселился, приплыл, забрал Саладина. Знаешь, вопрос, а как он вот так вот спокойно расселился? Серьезно. А кто ему может тут помешать? Тут же горы. Кто ему помешал просто? А кто ему мог помешать? Тут горы. Вот с испанцем, смотри, тут нету гор. Так, в смысле вот с испанцем? Мюнхен — это мой город, а Думьят — это уже Саладин. Тут только Саладин мог ему вначале мешать. Да, у меня между ним ГГшка была. Наверху еще, конечно, тоже место. Шотландец, тебе Унса нужна? В смысле? Унса не нужна. Ну, ну как у меня биосфера вообще строится. Сейчас жилья не будет. Унсу как надо бы... Ну, вообще, она нафиг нужна, честно говоря, здесь. Так что продолжим. А, нету проекта. Один ход до лунной экспедиции. Ладно, давайте тогда центр. Нет, давайте эту зенитку. Один ход. Вообще... Кто все ГГшки на карте перебил, я не пойму. Китаец. Я одну снес. Ну вот, Антананариву дает мне 75 науки. Ой, это и культура. Не понял, а это что? А, мне кто-то дамбу разрушил. Блин, а у меня... Ай, прикалываетесь просто. Это просто прикол какой-то. Если все загрузились, ставьте, наверное, таймер. Это первый ход, его здесь не будет. А, его не будет. Таймер стоит уже динамический. Таймер? Да. Так что, кто сходил, нажимайте кнопочку «Готово». А если я не сходил, то не нажимать кнопочку, да? Желательно. Что-то у меня вообще, я очень сильно рублюсь. Ага, я сейчас вообще тут, наверное, за компом уже. А мне норм. Так, кто у нас тут? Инк и шотландец улетают, да? Да. И всего. А ты тоже улетаешь, как бы? Я вообще-то да, тоже наука была. Ну, я смотрю по количеству науки и по тому месту, где они в дереве технологий находятся. Науку как бы просто мы теперь нашли фес. Мы вообще-то в пятером находимся на одном, в одной информационной эре. Это только сейчас. А вы до этого были впереди, я только этим ходом туда вышел. Ясно? У тебя есть уголь. Знаешь, ну, уголь. Как мне уголь поможет улететь, не пойму. С другой стороны, я тогда только выиграю. Так, что там у нас? Инженер. Так, ученых больше нет. А что, где на 100% кто взял? Испанец. Так, ну мне нужен инженер на 100%, тогда прям будет зашибись. Тем более за 20 ходов тут вряд ли кто-то вообще успеет улететь. Да, только промышленности не хватит все запустить. Еще и предложу. Вы... Оба. А я думаю, кто успеет все-таки. Уже Атланта там достаточно красивая промышленность. Ты мне сейчас угля не дашь, и это все промышленность загнется. А почему бы и не дать?
и не дать. А сколько у тебя промки, шотландец? 130. Не иду сильно в исследовательские гранты, чтобы изображать, что не так все хорошо у меня с наукой. Ну, вообще 19 ходов осталось. И не выглядит так, что мы тут успеем. Слушайте, давайте посело тут купим. Поеду на это озеро, если там будут... Ну, то есть я хочу поставить здесь город на алюминии. Урана тут жалко нету, но хотя бы два алюминия... Дай предложение. Повышать уже цены на уголь. АЭС построить. Ну, как бы мне не хватит. Шотландец, что-то ты хватит. Меня начинаешь пугать своей Фиган. Наукой. Там один уран — это 16 электричества, а один уголь — это 4 электричества. Я уран начал добывать прошлым ходом. Да как бы за 19 ходов, как я улечу, у меня еще техи не открыты. Ну тогда точно побеждает Испания. В смысле? Ну, а по очкам у тебя больше всех. Нет, мы улетаем. Это 20 ходов, парни, вы что, рохнете, что ли? Это миллион. Я вот плыву апостолом, а эта гряда португальских городов так и не кончается. Mm-hmm. Интересно, он расселился. Ладно, нет. Еще даже нанотехнологию не следовало. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут увидеть прямо сейчас у вкладки «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!